По материалам издания РБК «Украина», в окружении Петра Порошенко рассчитывают, что во втором туре выборов ему будет противостоять лидер «Батьковщины» Юлия Тимошенко. Но также не исключают, что в борьбу может вмешаться Владимир Зеленский. И чтобы погасить рейтинг Владимира, есть идея уговорить выставить свою кандидатуру певца Олега Винника. Это неплохая идея, я уже представляю эти билборды. Вот, допустим, вот такой: «А ты, вовчица, проголосуешь за своего Вовка?» Или такой: «Нино, мне не все равно, что творится в стране». Вот еще один неплохой вариант: «Я знаю, ты в курсе, что в моем новом курсе». Кстати, у Винника, в отличие от других кандидатов, были бы более реальные обещания. Например, гарантую, цена на квиток будет снижена в 2 раза. Приятная новость. В мире на одну женщину президента стало больше. На выборах в Грузии победила Суламе Зурабашвили. Напомним, что женщина-президент есть в Литве, Эстонии, Хорватии, вот теперь еще и в Грузии. В связи с этим хочется сказать одно. Юлия Владимировна, счастье бродит где-то рядом. Нового президента Грузии уже поздравил президент Украины, а спикер Верховной Рады пока еще нет. Не потому, что не разделяет ее политических взглядов, а потому, что не так просто выговорить с первого раза фамилию Зурабашвили. К другим новостям. Общественное движение «Честно» составило список депутатов, которые кнопкодавили за своих коллег во время голосования Верховной Рады в ноябре 2018 года. Призовая тройка чемпионата Украины по кнопкодавству выглядит так. Первое место с невероятным отрывом занимает фракция БПП. У них 163 факта кнопкодавства. Народный фронт лишь на втором месте, у них 97, и замыкает тройку сильнейших. Группа Возрождения с результатом 68 раз. Ну, надо поднажать, ребят. Ну, а лидером в личном зачете является нардеп от БПП Андрей Шинькович. За месяц он нарушил правила личного голосования аж 18 раз. Мы не знаем, как Шиньковича называют между собой коллеги, но ему очень подойдет прозвище «Многорукий Шива».